Накануне вечером во время стоянки загорелись танкер и газовоз под флагами Танзании. По предварительным данным, на обоих судах находился 31 человек, граждане Турции и Индии. Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться. В случае необходимости к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами. Сегодня утром к поискам присоединились сочинские спасатели ЮРПСО. По состоянию на 6 утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых, прокомментировали ситуацию в Росмурречфлоте. Шансов найти живых больше нет, заявили и в МЧС. По последним данным, в результате пожара на судах погибли 14 человек. Судьба шестерых неизвестна, 12 спасены. При этом доставить их на берег пока не могут из-за погодных условий. Пожар вспыхнул на судах под флагом Танзании, когда они перегружали топливо с борта на борт. На загоревшихся кораблях в общей сложности было 4 500 тонн сжиженного газа. Экологический ущерб не нанесен, сообщает Росмурречфлот.